Всем огромный привет! В этом видео будет обзор на водичку Schweppes. Сегодня будет вкус, который называется Bitter Lemon. Вот так у нас выглядит бутылочка. Это бутылочка размером 1 литр. Значит, посмотрим состав. У нас здесь лимонный сок, регулятор кислотности, лимонная кислота, ароматизаторы, красители, немножечко хинина. Возможно, образование естественного осадка. Естественно, осадок действительно бывает иногда, потому что Schweppes делается из натуральных компонентов. И у меня еще спрашивали, алкогольный ли это напиток. Я уже, по-моему, в предыдущем видео отвечал. Еще раз скажу, что это не алкогольный напиток. Это газированная вода, освежающий тоник. И, во-первых, это очень старый бренд, ему там больше 200 лет. Он, по-моему, даже старше, чем Coca-Cola. И отличие, допустим, от, там, скажем, Фанты, где сок там апельсина, там из мандарина делают, там из лимона тоже, то там сладкая вода, да. А здесь она горчинка, потому что Schweppes, он по уникальной технологии делается. Там сок лимона, да, вместе с цедрой. Поэтому вот он такой вот немножечко мутноватый, горьковатый. И мне он больше всего нравится, чем, допустим, Фанта. Ну что ж, давайте откроем и попробуем этот вкус. Так. Наливаем. Вот. Вот он слегка желтый, мутноватый по запаху. Ну, запах такой, чем-то, может быть, даже грейпфрут немножечко отдает. Ну, такой цитрусовый запах и вкус. Освежающий, горьковатый. Но и сахар тоже тут есть. Не стоит думать, что он просто горький. Освежает намного лучше, чем газировка обычная, сладкая. Мне Schweppes намного больше нравится. Вот. И вот этот вкус, он более такой, скажем, не такой горький, как Indian Tonic, но и, скажем, такой, не такой кислый, как там мохито, да, как вид мохито, то есть он такой умеренной горькости. Так что такая вот замечательная водичка. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мои обзоры и пока, до новых встреч!